Всем привет! Кизлярский нож стерх с орехом. Пользуюсь им уже очень долго, не один год. Работает очень отлично. Проверенных временем. Нигде ничего не сломалось за это время. Ничего не откололось. Вот. Подкручиваю только вот здесь вот этот болтик, так сказать, шестигранничек. Ну, чтобы не болтался. Работает нормально. Четко клиночек стоит. Сталь, я так понимаю, здесь АУС-8. Тут не написано. Написано, что кизляр, стерх. Ну, скажем так, для всех бытовых нужд это незаменимый помощник. Он мне очень нравится. Я с ним не расстаюсь никогда. Он со мной и на охоте, и на рыбалках. Вспомогательный нож. Это просто незаменимо. Скажем так, с дорогой порошковой стали не будешь открывать банки с тушенкой, а этот нож может все буквально. И банку открыть, и колбасу порезать, и может все. Я им даже проволоку перерубал. Вот видите, даже ни одного нет этого скола. Я вам скажу, не один год, это больше 5 лет, скажем так, нож этот. Хорошая модель. Для моей большой руки очень хорошая рукоять. Самое главное, что в дереве я и на снегоходе, когда езжу зимой, он у меня всегда в кармане. О. Не затейливый, не гламурный, нормальный нож. Чисто мужской нож. О. Парни, когда были на Кавказе, привезли мне вот этот нож кизлярский. Вообще замечательный. Красота. Те, кто его делал, им огромное респект и уважуха. Потому что видно, что сделано все с умом. За это время никаких ни рассыханий там вот этого ореха, там металла, там вот я пальцем провожу, все как было, так и осталось. А я его не жалел. Он и в воде был, и в снегу, и в слизи рыбьей, и в мясе. Где только он не был. Вот такой у меня вот. Сделал ему такой, я сам самодельный тренчик сделал, чтобы не потерять его. Потому что он хоть и недорогой, но он дорог просто, как и вещь. Всем спасибо.